Сереж пытался вчера покончить жизнь самоубийством прямо на этой твоей сраной секс-вечеринке. Я тебя умоляю, придумай что-нибудь. Все знают. Вот привез вам труппу Большого театра. Алисочка, здрасте. Прима. Я блогер. Ау. В смысле, я не тот, знаешь, блогер. Сейчас я всех вот спасаю. Эй, ты чего? Ты знаешь, мне снится такой сон, что дом, и там дети горят. Но я не могу никого спасти. Ты чего? Тихо, подожди, ты всех спасешь. Volevo dire per la strada a gente che non ride mai. Ну что, выпьем за любовь. За любовь. Обязательно. Все пьют за любовь. А любовь. Ты знаешь, вот что я придумал. Алису и Сережу надо соединить. Может, вы с Сережей будете вместе работать, чтобы встретиться с ним там, сами флиртуют. Я это вообще не понимаю. Это не для меня. Dove si vede che sei tu e tappezzare tutti i muri in ogni via per dire a tutti che eri mia, ma ho solamente una canzone fatta di notte in un portone, mentre ti ho vista come un ladro andare via con lui da casa mia. E tu non sei più mia. Amore, 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 no. Amore, 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 no. Amore, 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 non si può. Solamente una canzone fatta di notte in un portone, mentre ti ho vista come un ladro andare via con lui da casa mia. E tu non sei più mia. Человека, мне больше никто не нужен. Пусть Алиса сама выбирает, кто ей нужен. Один, другой, два, сразу.